Диджей Коля. Только лучшее. Передовое. И добро пожаловать к танцевальным синглам вторника сюда на 101.2 на Dynamit FM. В студии Диджей Коля, я рад вновь, что мы вместе. Я рад, что здесь. Сегодня смогу находиться вместе с вами на протяжении целого часа. Напомню, что сразу после меня град. Сегодня, как всегда, мы вместе с вами до полуночи. Танцевальной классикой английского хаоса на наших волнах Jumpin' and Pumpin' Records, проект Sammy Real, People Living Today. Пластинки из старых архивов на 101.2 на Dynamit FM.
преддвериях праздника немного старой и хорошей музыки на 101.2. Здесь Shytek in the Age of английский лейбл Zoom. Всем хорошо известно, что в ближайшее время нас ждет праздник 9 мая. Не забудьте поздравить всех своих родственников, близких с Днем Победы. Но об этом мы еще успеем поговорить. Впрочем, хотелось бы еще напомнить о том, что нас ожидает в эти дни в городе Москве. Пати и вечеринки. Думаю, что обязательно будут посвящены этому великому празднику. Не забывайте посещать ваши уже ставшие любимые сайты www.atmosfera.ru и pitch.ru, где располагается информация о ближайших вечеринках. Ну и, конечно же, многое другое. Что ни для кого не секрет, что 9 мая в Москве легендарный диджей и музыкант Дани Рамплинг. Думаю, что особо много не стоит рассказывать об этом человеке. Он уже весьма и весьма заслуженный. И годов ему уже очень много, прошедший через все и видевший очень многое, привезет, думаю, нам с собой очень приятную английскую атмосферу, атмосферу английских клубов. Ну и дарить он ее нам будет всем на Плющихе. Все это будет 9 мая, бренд и вечеринка клуба 13. Совместно с BBC Radio 1 вечеринка будет называться Love Group Dance Party. Нам будет не хватать только питонга. Думаю, что и он в скором времени появится здесь, в большом городе, в городе Москве, где мы все, конечно же, его ждем. Не забывайте, что его радиошоу питонга звучит здесь, на Динамит FM, каждую субботу с 12 до 2. Надеемся договориться с Дэнни Рамплингом о том же, но это все будет только 9 числа, напоминаю, 9 мая, Дани Рамплинг in Moscow, Love Group Dance Party на Плющихе.
на Динамит FM с Колей до 11, сразу после с Градом. Это ОРЗ, We Don't Talk, ремикс Брата Браун.
Диджей Коля.
на Meet FM вместе с Колей и с Градом до полуночи. Напоминаю, что первые с вами до 11, сразу после меня Мистер Град. Мы вместе. Ну, а я хочу сказать добро пожаловать Сергей Пименов к нам сюда на Динамит FM на 101.2 с мега-шоу, который каждую среду теперь будет вместе с вами сразу перед, вернее, перед Гру. После него вы сможете услышать на наших волнах диджея Грува вместе с его шоу. Ну что же, двойной такой удар будет сразу по средам. Думаю, что это приятно. С большим удовольствием буду слушать и наслаждаться. Мы продолжаем. Напоминаю, что вместе... С вами Коля до 11, сразу после Град, который уже спешит сюда, к нам в студию. Это ритм вторника, который мы предлагаем вам каждую неделю.
19.00 в Москве. Это 101.2 Динамит FM вместе с Колей, который в заключительном часе выглядит именно так. Это Inoxys, с которым мы входим в следующий час. Встречайте Анатолия Града, который будет с вами до полуночи. Мы же услышимся с вами на этой неделе в пятницу, как всегда, с танцевальными синглами к вашему уикенду. Чао!